Здравствуй, моя дорогая. Я очень рада, что ты модный эфир сегодня со мной. Обратите внимание, дорогие друзья, у нас сегодня необычный день, Олечка. У нас очень много новинок, и у нас сегодня яркая осенняя коллекция. И как вы уже заметили, второй модный час я в своем платье, в своем любимом платье. Мы совсем скоро вернемся к этому платью. Если у вас есть вопросы, это платье Эмилия. А вот Ольга сегодня выбирает для себя платье Клариса. Платье Кларисы, между прочим, хочу сказать отдельное спасибо Светлане Воронцовой. Лично она занималась подбором сегодняшних предложений. Платье, Кларис, как я его люблю. Посмотри, Света, какая я в нем стройная. Да. Мой животик, вот скажешь, что у меня есть животик? Да я вообще считаю, что у тебя очень красивая фигура со своими изюминками и индивидуальностями, так же, как и у наших женщин. Итак, ты знаешь, сколько оно стоит? 1890 рублей. Это платье шикарное, которое лично я не ощущаю на своем теле. Кстати, цена премьеры будет действовать ограниченное количество времени. Звоните сейчас. Какие размеры у нас есть? Ну что ж, наша размерная линейка радует от 46 до 60. Оля, а сейчас я хочу доказать, почему ты не чувствуешь это платье на себе. Почему? Во-первых, Оля уже поделилась своими ощущениями по поводу стройности. Наше платье не только даст вам ощущение комфорта, но и стройной фигуры. Приобрести стройную фигуру за 1890 рублей. А еще, Олечка, обрати внимание вот на этот потрясающий аксессуар. Так. Как ты видишь, здесь находятся пайетки. Это украшение для нашего платья. Посмотрите, платье, обыденное платье на каждый день имеет свое украшение. Ой, Света, я помню, как эта пайетка заворожила многих наших телезрителей, которые увидели это платье впервые. Это произошло месяц назад. Тогда мы впервые представили вашему вниманию Клариса. Вы завороженно смотрели на экраны и заказали всю партию. Окончательно, бесповоротно. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую партию по цене премьеры. Ваша стройность 1890 рублей. Размер наряд от 46 до 60. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас давайте еще раз посмотрим. Наша модель Ольга, она же ведущая рубрики «Мода», сегодня выбирает для себя необычное платье. Действительно, выбирая правильное платье, оно будет стройнить ваш силуэт. Посмотрите на нашу Олю. Она носит 50 размер. Правильно, сейчас затаив дыхание, вы не верите своим глазам. 46-й, 48-й. В чем секрет этого платья, мы будем разбираться прямо сейчас. Ну, во-первых, знаешь, что мне нравится больше всего? То, что я стройна, это прекрасно. А самое главное, что я просто не ощущаю на себе платье. Знаешь, закрыв глаза, я подумала, что я забыла его надеть вообще. Такое ощущение, что на мне моя вторая кожа. Очень приятное ощущение. И ты знаешь, Оля, все, конечно же, берет на себя основную роль, берет на себя ткань. Это трикотажно-вискозное полотно. Оля демонстрирует вам, как это платье не стоит колом, а оно струится за счет мягкой вискозной ткани. Но вискоза бывает разная. Вискоза бывает шелковистой текстурой и с хлопчатобумажной. В данном случае мы говорим об осени-зима. Поэтому мы выбираем для вас вискозную ткань с приятной текстурой хлопка. Подарите себе нежность и комфорт вискозы, которую вы на своем теле просто ощущать не будете. Но зато вы будете чувствовать себя самый желанный, самый стройный. 1890 рублей. Это цена премьеры. А на нашем телеканале действует ограниченное количество времени. Успейте заказать. А вы хотите быть неповторимой, красивой и стройной? Тогда звоните нам прямо сейчас, пока еще есть ваш размер в наличии. Давайте сейчас посмотрим на наших моделей. Я Олю называю тоже моделью. Ее рост 1,61 м, 50-й размер. И наша Люба 52-й размер и рост 1,75 м. Обратите внимание, что это платье одинаково стройнит наших девочек, независимо от того, что у них совершенно различный тип фигуры. Посмотрите на нашу Любу, она яркая блондинка, и ей точно так же идет яркое сочетание цвета бордо и классического черного. Трикотажно-вискозная ткань эластична, и она тянется. Скажи, пожалуйста, Свет, вот я хотела тебя спросить, смотри, здесь сочетание сразу двух цветов, так. Черный и красный. Так. Слушай, при стирке, как они друг друга не будут взаимозаменять? Отличный вопрос, Оля, ты знаешь, что это... Да, я поняла, Олечка, отличный вопрос, и этот вопрос интересует не только тебя, но и всех наших модниц. Как поведет себя эта прекрасная ткань?
Люба, я попрошу тебя подойти ко мне, и мы сейчас еще раз с вами посмотрим, что это трикотажное вискозное полотно. Ткань эластична. Мы сейчас потянем ее, она струится. У нее есть возвратный эффект. Чем вообще, Оля, мне нравится вискоза? Чем? Это не только приятный на ощупь материал, это прочный материал. Я отвечаю на твой вопрос. При стирке, если вы правильно будете использовать порошок для цветного или черного белья и температуру воды 30 градусов, тогда это платье никогда не потеряет ни своей формы, ни яркости цвета. Итак, вы слышали, дорогие телезрители, вы за своей красотой, за вашим новым платьем и ухаживать особо не будете. Бросили в стиральную машинку, постирали, 30 градусов вытащили. Свет, если ты скажешь, что еще и гладить не нужно, ты меня в тройне обрадуешь. Ну, если, например, вы не очень сильно будете отжимать это платье, то его можно особо и не гладить, потому что ткань вискозная не мнется. Но я все-таки советую вам быть всегда в идеальной форме. Выверните это платье на изнаночную сторону и погладьте, чтобы вискоза не оставляла блеска. Олечка, ой, Светочка, ты знаешь, я только что сейчас просто с Олей Мокшин работала. Дорогие наши, посмотрите, вот он, блеск. Ты сказала про блеск. Мне кажется, что здесь не нужно никаких украшений. Это платье самодостаточное украшение вашего тела. Дорогие наши, вы только посмотрите, вот этот аксессуар, он добавляет блеска моим глазам. Он добавит блеска и вашему взгляду. Звоните сейчас, закажите свое бесподобное платье.